шипит. Ой. Что там? Тебе Джелли Белли в глаза? Привет. Привет. Вы на канале. Сегодня мы делаем радиоприемник. Да, мы будем собирать из запчастей радиоприемник. Да, даже у меня есть очки. Это очки, которые будут делать нам сейчас светомузыку. Дискотеку, да. Вот начинаем наш... с очков. Мы можем открыть очки, конечно, да, но еще пока дискотеки нет. Надо еще, чтобы музыка была какая-то. Это для тусовщиков дискотечных. Да, одеваешь, ой, они такие большие. Это одеваешь, и там светомузыка у них должна быть. Не Богу такое. Не у Богу, а у Бу. А, это в игре у котенка твоего или у собачки, да? У собачки. Такие модные очки. Там, я так понимаю, светодиоды. Вот есть включалка. Тут даже вот microUSB подключение, зарядка. Сейчас, где он, где off. Это микрофон. Вау, смотри. Па-ба-бам. Ну, надо свет выключить. Вот. И начинаем разговаривать. Привет, Макс! Я хочу одеть. А тебе что-то видно там? Да. Что тебе видно? Тум-та-да-дам, па-дам, па-дам. Тум-та-да-дам, та-дам, та-дам. А теперь собирать радио? Да. Прикольное, да? Да. Это что? Лайк. Куда это его ставить? А, это значит ставь лайк. Вот, если нравятся очки, правильно? Наклейка такая. Ставь лайк. Вот и наш радиоприемник. Сделай сам. Так, что тут у нас? Как тут у нас? Вот какой-то он там внутри. Тут какой-то дядя-профессор. И еще какие-то запчасти, плата и схемы. Вот такая вот штука. Здесь находится книга инструкции и детали для сборки настоящего радиоприемника.